Чек был принесен волной на гору Арарат. Сошел на землю старец Ной и был безмерно рад. Он жертвы Господу принес за то, что спас ковчег. И миновало время слез, раздался звонкий смех. У Ноя были сыновья Сим, Хам и Иафет. У каждого была семья. Прошло немало лет, и вот уже большой народ от них произошел. Они не ведали забот, все было хорошо. Но как-то раз один гордец, видать, попутал бес, вдруг предложил создать дворец и башню до небес, чтобы прославиться вовек, потомков удивить, всем доказать, что человек без Бога может жить. И замелькали тут и там кирпич и мастерок. Но Бог сошел к своим сынам и преподал урок. Он знал, как их остановить, ведь все в его руках, и люди стали говорить на разных языках. Их дружбе наступил конец, все разбежались вон, а недостроенный дворец назвали Вавилон.